Начался прием документов на государственные гранты. Приемные комиссии для удобства абитуриентов работают во всех районах и в городе Байконур. В 16 приемных пунктах техсекретари сейчас предоставляют консультацию через платформу Zoom и WhatsApp. В 5-м учебном корпусе мы бесплатно поможем подать документы на грант через портал ЕГОВ. Если вы не сможете самостоятельно подать документы через ЕГОВ или у вас возникнут сомнения, вы можете прийти к нам, получить консультацию и подать заявку в выбранный ВУЗ. Кроме того, для удобства родителей мы направили членов комиссии во все районы. С 13 по 20 июля они будут принимать документы от местной молодежи на грант. В этой связи напоминаем всем родителям и абитуриентам, что в районах тоже есть пункты приема, где вы можете подать в выбранный ВУЗ документы на грант. Прием документов на государственный грант осуществляется в период с 13 по 20 июля через портал ЕГОВ. Университет имени Коркыта-Ата проводит разъяснительную работу с абитуриентами и родителями, консультирует по вопросам оформления документов. Приемная комиссия университета имени Коркыта-Ата приступила к работе. Проводятся творческие экзамены, оценки за которые вносятся в программу Национального центра тестирования. Основная наша работа – это обработка поступивших через портал ЕГОВ с 13 по 20 июля заявок на участие в конкурсе на получение государственных грантов и отправка их в Национальный центр тестирования. Итоги конкурса государственных образовательных грантов будут объявлены 1 августа. Я пришел в 5-й корпус, чтобы получить совет с таким, как у меня, результатом ЕНТ. Хочу подать документы в университет имени Коркыта-Ата. Кроме того, ведется прием заявок и в магистратуру. Комплексное тестирование пройдет с 20 июля по 10 августа. Я закончила бакалавриат университета имени Коркыта-Ата. Для дальнейшего повышения квалификации сдаю документы в 5-м учебном корпусе через сайт Центра тестирования. Хочу получить степень магистра и продолжать работать здесь. Прием заявок в докторантуру будет проводиться по 3 августа. Отметим, в докторантуру принимаются лица со степенью магистр и стажем работы не менее 9 месяцев. Кандидатам также необходимо предоставить международный сертификат, подтверждающий знания иностранного языка. Амина Усенова, Айгерим Алиева, Бугимбай Абасилов, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.